Так, ну а тут там надо сделать лапы такие, которые как бы крепят это. Я поэтому удалил все столбики эти, да? Кстати, смус надо им сделать вот так. И здесь сейчас у меня такая мысль есть, если я возьму Ctrl Plane, я возьму, переверну его по rotation, по Y на 90 градусов и вытащу его G по X вот сюда, то я из него могу кое-что сделать. А что я сейчас вам расскажу? Мы перейдем в Edit Mode. Так, перейдем в эти. Возьмем вот эти две точки S, соединим их между собой. Вот так. Потом вот эти две точки возьмем. Тоже их немножечко так это вот так сделаем. Так, хорошо. И теперь мы сделаем следующее. Мы возьмем с вами вот этот. Скажем, Е. И вот потащим его вот сюда. Допустим. Так. И сразу к нему применим Subdivision. При четырех, нет, при трех и трех. Раз, три. Вот так. Вот такая у нас блямбочка получится. Так, хорошая блямбочка. Единственное, что по оси S нам надо бы ее по оси S ее как бы X, да? Нет, не X, это Y. Вот. Вот такой сделаем. Так, хорошо. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. И теперь нам надо бы ее подзагнуть. Вообще-то. Для этого мы возьмем решеточку. Или сделать общую загибульку. Давайте попробуем. То есть я сейчас возьму Shift-D. Передвину ее сюда, немножечко ее уменьшу, естественно. Так. А потом сделаю rotation такой неплохой. Такой вот. И ее тоже все-таки надо чуть-чуть ее. Нет. По оси X. Мое. S по оси X. Y тоже, извините. И ее присобачить вот сюда. G. Вот сюда. Вот так. И еще немножко ротейшену. Хорошо. И теперь еще один сделаем. Shift-D. Уменьшаем. Поворачиваем. Двигаем. G. Увеличиваем по оси Z. Спасибо. Так. И тоже поворачиваем еще. Так. Это тоже. Вроде как то, что нужно, но Бог ее знает. Надо спереди смотреть, ребята. Так не получится. Надо смотреть спереди все. И тогда все будет нормально. Но почему она. Ну хорошо, ладно. То есть еще раз.
Ну, теперь это мы... Объект сета решил. Это то же самое. Курсор. Теперь мы просто mirror применим. Понятно уже становится, да, сразу же, что происходит. То есть, как всегда, здесь вот видите всякие разные ротейшены. Мы делаем статус quo. И теперь, если мы сказали play, здесь и play, здесь и play. А это мы скажем, что нам нужен mirror по оси Y. Хорошо. Дальше play. И еще раз mirror по оси Y и X убираем и play. Так, вот мы сделали такую штучку. Теперь нам надо ее приспособить вот сюда. Но для этого нам нужно изготовить решетку, да? Где у нас? Подождите, вот. Вот такая. Почему я не вижу? Так, я возьму вот это. Это. Стоп, стоп, стоп. Они же у нас не соединены еще. Shift J. Вот теперь. Мы ее выделяем, все остальное убираем. Убираем все остальное. Вот так. Вот здесь скажем, что у нас еще смус. Вот. Ну и теперь вот уже точно решеточку мы сейчас откроем. Нам нужна в объект моде, нам нужна решетка. Вот она, по-моему, да. И давайте мы ее подвинем и установим здесь. Так, как нам нужно. По высоте ее увеличим. Так. По X сузим. Так. В итоге мы ее получили. Так. Но эту решетку нам надо еще разбить. А, еще мы тут ее не разбили. S по Y. Вот так. Вот. Вот так вот. И теперь мы с ней будем делать все, что мы хотим. Мы скажем так. 4. 4, а там пускай 2 остается. Нет. А? Нет, нет, нет. Здесь достаточно будет 2, мне кажется. Даже. Ой. Вот так. Да. Здесь сделаем 4. А здесь сделаем 3. Достаточно будет, да? А вот тут-то нам надо поболее будет. Вот 4. Ну что ж, теперь давайте вернем все на места свои и начнем ее прилаживать. Как мы ее начнем прилаживать? А вот так. Тем, что вернем все. Потянем эту решеточку, куда нам нужно. Вот сюда, допустим. Вот сюда, неудобнее. И тянем. Ну-ка. Держи. Нет, он вместе с решеткой не потянется. То есть мы выбираем все и тянем. Вот сюда, допустим, да? Так. И теперь нам надо как-то их связать. Подождите, я забыл, как их связывать, чтобы
Так, решеточку мы окружили, все прекрасно. Теперь нам надо выбрать этот объект. И вот здесь модификатор, вот этот модификатор, вот этот вот модификатор. В нем сказать, что наш объект это вот это 0,1 латица, да? Так, а этот мы сейчас уберем. Вот. Строгость такая string, да? То есть усилие одной оставим пока. Ну, давайте посмотрим, работает или нет. Идем, идет, идит. Вот. Теперь мы, конечно, латицу уберем. Где она там? Вот она, да? Мы скажем, о, да что ж такое-то? Вот это, ну, не надо. Вот это, да. И перейти в edit mode. И тогда у нас здесь есть такие красивые всякие разные штуки. Так, что мы сначала сделаем? Мы с вами выберем вот это. Вот это вот. Раз. И потянем. G по X. Вот. Видите, прекрасно. То же самое сделаем здесь. Мне очень нравится этот инструмент, ребят, честно. Я люблю, когда можно что-то гнуть, что-то не выделается с этими поликонами. А взял целым, загнул, да и все. Очень такой загнуть. По иксу тоже. Вот так лапку, раз, вот сюда. Так. Здесь мы тоже можем как бы, я не знаю, стоит это здесь сделать и в самой, или в самой, подождите. Объект. Вот я возьму сейчас сам объект и попробую его сжать. Вот так. И по оси Y. S по оси Y. Вот так. Так. Давайте теперь еще и повернем сбоку. И начнем его поворачивать. Это rotation по оси. Я даже не знаю, какая это ось. Первое, что надо сделать тогда, и сказать ему set origin geometry. Вот она. И теперь R. Можем вот так его повернуть. Вот так. Посмотреть. Уменьшить. S по Z. Малость подуменьшим. И S по Y. Вот так. Хватит ли нам для того, чтобы такую лапку сделать загнутости? Нет. S по Z мы еще раз увеличим пока. И пока мы еще не загнули это дело окончательно. Давайте сделаем так. Это, конечно, не просто, но весело. Не просто, но весело. Так, еще раз. Берем би, чтобы не было беди, и гнем сбоку. Смотрим, надо сбоку смотреть, иначе мы тут нагнем сейчас. Так, гнем, да, джи. Вот так мы его делаем, вот так загибаем, так. Но нам надо удалить ее от камня. Камни она ни при чем здесь. Так, допустим, да? Перебор, ясно дело. Ничего. Сейчас еще подождите, ребята. Должны это как бы вот сам предмет увести отсюда. Вот этот сам предмет. Мы должны его увести. Из этого. Ну, находится в сетке, естественно, он действует как по сетке, да?
Так. И теперь внизу подогнем эти лапки. Так, начинаем тоже гнуть. Так будет красиво, ребята. Может быть, не совсем. Но мы сейчас поправим. У нас же тут все в руках. Вот эти вот решеточки, это просто прелесть. Мы можем ими делать все, что захотим, Джей. Вот видите? Можем их выгнать так. Потом вот эти выделить тоже. Потолще сделать. И таким образом как бы получить то, что мы хотели. Если мы довольны, да, остаток мы с вами уже загнем так, как нам нужно. Так, объект мод. Давайте мы его попробуем сейчас вниз сдвинуть. Так. Угу. Ну, оно уже похоже на лапку-то, в общем-то. Давайте мы сделаем так. Здесь что-то мы тут нарушили малость. Поправим. Вот так. Поправим. Так. Здесь тоже поправим. Не этот. Не этот. Вот этот. Пунктик. Вот так. Да? Эти сейчас выберем, оттащим вверх, потому что они заплоскостились сильно. Но почему они не оказывают никакого воздействия? Это странно. И тогда, может быть, вот эти. Да, вот эти хорошо себя ведут. Они хорошо себя ведут. В плюс мы можем еще и в разные стороны втянуть. Утолщать, допустим, вот так, да? Посмотреть сверху. Ну, выглядит солидно, ребят. Выглядит солидно. Ну, еще, может быть, вот это. Это и вот это. Вот так сжать их. Все, ребят, теперь мы говорим play. Мы только переходим в объект мод. Говорим play. Почему? Невыполнимый. Вот тут выполнимый будет. Да? Так, водицу убираем. Второй тоже убираем, смотрим, и естественно мы можем теперь чуть-чуть ниже сделать, вот так, вот так. Вообще с ней делать то, что мы хотим. Да? Надо ее раздвинуть, чтобы она перекрыла вот эти вот точки. Поэтому S по Y.
Да, но слишком это разляпистое стало. Вот зараза какая, а? Ну-ка, мы сможем? Вот нет, это слишком круто все. Единственная возможность, ребята, у нас сейчас, это еще раз поставить объект мод. Или оставить так, как есть. Или все-таки вот здесь поставить решетку и вот это сжать. Знаете, я поставлю решетку, честно. Но вам не покажу, чтобы не замучить. Так, вот так мне больше нравится. Такая вот лопица, лотица, да? И сейчас мы с вами поступим точно так же. Скажем, что нам надо вернуть все на круги своя. Тут у нас есть в серединке у нас, да? Так, где-то у нас неправильно стоит этот. Вот. Вот так. И теперь он верно стоит. Ну и здесь нам надо сделать то же самое, ребят. Пойти в Rotation. Array или не Array. Убрать отсюда, поставить сюда. Здесь сказать 4. Так. А Empty-то у нас где? Ох ты, елки-палки. Давайте, забыли Empty поставить. Где она? Вот она, Empty. В центре она встанет, все хорошо. И теперь, когда мы снова пойдем с вами сюда и скажем, что Array, так, вот он Array, у нас 4 штуки, вот здесь появится у нас Empty. Где она? Вот она. Появилась. Мы говорим, что вокруг нее, ну, сейчас будем крутить. R, раз, два, три, четыре. 90. 90. Все. Но она что-то некрасиво встала в некоторых местах. Что-то она дурилку включила какую-то. Еще раз. R по оси Z. А, ну да, надо было указать Z, конечно. 90 градусов. Вот так. Вот все. Ну, очень интересно получается штука. Единственное, что надо ее предопустить, конечно. Смотрим сверху. Говорим G по Z. А не. Сначала мы говорим и play. Да? Z и play. И теперь идем вниз. G, Z. Вот сюда ее ставим. Смотрим, чтобы все было красиво. Видим, что здесь утонул один. Ну, так что-то странно немножко. Ну-ка назад. Почему-то у нас вдруг это переместилось наверх. Я это не пойму. Какого рожна она должна перемещаться наверх? Где она? Вот она. Она не должна, она вот такая и есть. Раз она себя так ведет, неприятно. Так, чуть повыше. Вот так, чуть повыше. То мы с ней поступим соответственно, как она себя ведет. Так. Есть вариант такой, Shift-D и Rotation по оси Z на 45 градусов. 45, даже 90, ну еще 45, еще 45. Нет, ребят, это 90, ну чем там дуримаемся. Это 90, вот так. И еще раз G. И говорим Rotation Z 90. Rotation, конечно. Ну, я не знаю. Так. FD. RZ. Так, 90. Все, встало. То же самое здесь. Shift D. FD
RZ 90. Ну, и что-то, рычик дорогой. Вот такой у нас красавец получился. Ух, красавец, честно. Здесь немножечко косячок. Ну, это ладно, это мы будем знать на будущее, да? Как с этим бороться? Может быть, надо было с самого начала первый загнуть, а потом уже не мучиться так. Хорошо. Сделали так сделали. Показываем народу.